На конкурс «Дети читают стихи» у Богович Екатерина, 13 лет, стихотворение Ирины Самориной «О весне». Здравствуйте, уважаемые члены жюри. Меня зовут Богович Екатерина. Я обучаюсь в Астраханской гимназии номер 4 в 7 классе. Я бы хотела представить стихотворение Ирины Самориной «О весне». Закрой глаза, рисуй со мной весну, возьми с души своей поярче краски. Сейчас я лист переверну, и можно начинать цветную сказку. Рисуй подснежник первый подо льдом и лучик солнца, что с небес пробился. Весна еще вчера казалась сном, представь, что этот сон сегодня сбылся. Рисуй весны цветочные шаги и ручейки, спешащие куда-то. В душе картину эту береги, поверь, твоя весна дороже злата. Представь весенний свежий ветерок, что веточки деревьев будет нежно. Зима закроет вьюги на замок и вдаль мчит своей дорогой снежной. Весна, она врывается в сердца и перемены к лучшему приносит, снимает позитивом грусть с лица и ничего совсем взамен не просит. Раскрась весну от неба до земли, когда до солнца крыльями касаясь, курлыч, прилетают журавли в тепле весенних дней, не сомневаясь. Умение душой рисовать дается каждому с рождения, и лучше о душе не забывать, чтоб жить всегда в весеннем настроении. Сменила утро сонную луну, я шторы осторожно отодвину. Открой глаза, встречай со мной весну, ведь ожила весна.